Приветствую, друзья. Решил покататься по полю. У нас плюс один, плюс два. Два дня идет дождь. Вот смотрите. Дифференциал разблокировал на пониженном. Здесь по-другому не едет. В машине. Ну, прям реально сложно. Мы здесь выезжали, катались. Решил попробовать подальше. Я на данный момент еду один, помощи ждать мне неоткуда. Попробовал покататься по глубокому снегу. Стал блокирующий, он прет нормально, прям идет хорошо автомобиль. Ну вот вы и посмотрите, возможно, для себя выберете, нужны вам блокировки, не нужны. Здесь мы засаживали у вас Патриот, здесь сидел у нас. Вот, хотелось бы дальше проехать, но не знаю, давайте ходом не поедем, а попробуем объехать. Сейчас заблокируюсь. Так, дифференциал заблокировал. Напомню, у меня что-то, знаете, как-то прям страшно туда ехать. Блокировки у меня от производителя АВТ. Первая пониженная. Обалдеть, обалдеть. Нормальный ход. Блокировки помогают, работают. Вот на данный момент не хочу туда лезть. Вытаскивать будет некому. Давайте попробуем развернуться и где-нибудь по полю проедем. Так, а меня стащило. Мы на склоне стоим. Сейчас, знаете, как бывает, вроде приехал, покатался, а выехать ты не можешь. Потихонечку по следу попробую. Все равно задницу сносит и все. Ладно, вот вам и игрушки. Игрушки, игрушки. Плохо уже дело. Уже деревья свалил. Сложно, страшно, но на оборотах вообще отлично, отлично ведут себя блокировочки. Я вот катаюсь уже второй год на этих блокировках, они меня только радуют. Просто я вам хочу показать, на что способны эти блокировки. Конечно, на камеру не передает всей сути, всей сложности дороги, но сами, кто катается, кто понимает, плюсовая температура, снег мокрый, и как это, можно ехать здесь вот первую пониженную включить, газ чуть даешь, колеса начинают закапываться. Вот, смотрите, газую. Так, давайте остановимся, давайте съездим налево, где горочка, попробуем на эту горочку заехать. Тяжело для автомобиля, очень тяжело. Я уже на эту горочку сейчас заезжал, ну там с другой камеры посмотрите.
А сейчас вживую посмотрите. Покажу вам. Потихонечку проеду. Здесь вот вообще вот прям сложно вывешивается автомобиль. Но мы едем. Вот горочка. Я первый раз, мне получилось заехать. Со второго раза у меня получилось заехать. Ну, если интересно, давайте попробуем. Там развернем. Тихонечку, не спешите, не спешите. Кто перлась, тихонечку вперед. Не надо буксовать, не надо под собой нарывать ямки, не надо. Прям тяните машину, тяните. Ну, вот видите, у нас с вами получилось. Смотрите, заблокировано, первое понижено. Получилось, получилось. Упражнение не из легких. То есть на блокировках намного спокойнее и едется на этом автомобиле, намного увереннее.
выбирайте сами, нужно вам ставить, не нужно ставить. Вот я уже сколько, 24 тысячи на этих самоблоках ОВТ прокатал. Они меня только радуют. Вот так вот, честно сказать, не ездил еще. Просто я попробовал, чувствую, она может. Но думаю, дай попробую проехать. Если что, конечно, позвоню, кто-нибудь приедет, спасет. Машина просто тонет. Блокировка сейчас стоит у АВТ 9000 рублей. И если устанавливать, ну, примерно вам все вместе где-то 13-14 тысяч обойдется. Будет внизу ссылочка для заказа блокировки. От моего канала вам сделают подарок. Это положит вам или шайбу преднатяга, или подшипники. Но у меня есть видео, где я разбирал дифференциал повышенного трения. Износа там нету, поэтому просите, чтобы вам положили подшипники. Ну, вот такие дела, друзья. Нива может. Хороший автомобиль. Хороший в каком смысле хороший? Вот для таких вещей цена и проходимость этого автомобиля, да, выигрывает. Конечно, по качеству сборки автомобиля, у меня скоро будет 2 года как автомобилю, расскажу вообще, что по гарантии сделал, сколько денег я вложил в этот автомобиль, все это будет. Ну все, в принципе, маленький ликбез такой пройден. Я покатался, для себя понял. Так, ну вот, смотрите, давайте с колеи выйдем. Вот, с колеи вышел. То есть у меня сейчас по глубокому снегу я иду. Вот, смотрите. Вообще боком идет. Давайте сдам, посмотрите. Таким вещам, конечно, нужно ездить только на пониженной передаче, на повышенных передачах не ездите. Включили потихонечку, катитесь. Вот видите, вода стоит. Все, ребята, пока. Подписывайтесь, смотрите, устанавливайте, ездите правильно.